пирожок. Друзья, буду сажать свеклу Детройт. Бурак по-нашему. Сейчас в проделанные луночки насыплю вот такой земли, универсального грунта. Thank you.
так вот я распределяю семечки и закапываю слегка, совсем слегка-слегка, и притаптываю. Порошок рассыпала от муравьев. Муравьи почему-то повылезли. Так, вот и бурак посажен. Две грядочки. Обычно я так и сажаю. Две пачки уходят у меня на две грядочки. Уродится, куда девать. Морковка пока не всходит. Пока не всходит морковочка. Вот, укрытая под пленкой. Но пока не всходит. Дружок набегался, отдыхает, наш дружочек. Вот такой фасдубль использую от муравьев. Так, посыпать еще. Посыпем еще, вот все ползают. Посыпем. Жалко. Вот так. О, и я думаю, они не будут трогать мои посевы. Ребят, еще хочу посадить дайкон, редьку. Сама сажала саму редьку и собирала семена с нее. Вот как они выглядят, семечки. Я посеяла редечку эту, дайкон он называется, розовый. Вот так выглядят семечки. Сейчас мы это все дело будем закапывать. Дайкончик наш. Вот так вот. Слегонца мы его будем мокреньким. Я поливала. Вот так вот прикапывать будем. Мокренькой земелькой. Thank you.
общем, все, друзья, вот так я все закопала. Так, дайкончик, третья грядка. Первая и вторая у нас бурак. Что же нам посадить здесь еще, друзья? Сейчас подумаем. Ребят, решила я посадить сюда лук. Чернушка, так называемая. Вот так она выглядит. Сейчас посажу. Остались грядочки. Сивок, лук сивок. Лук сивок. Все, все, вот этот кусочек я засадила. Очень культурными растениями. Будем ждать всходов.